Всем. Смотрите, здесь чистят. Мы в деревне сегодня дрова нарезали вон там, видите? Здесь чистят, здесь завал был полнейший. Вот. Я вам уже здесь несколько раз все показывала. Здесь дрова рубят. Такую гору всего намело сюда. Разровняли здесь чуть-чуть машинами. Ну. Гостиничка какая старая. Запущенная. Возле моря. Вот. Дорога и там море. Всю ее запустили. Неужели нет народу? Народу. Я ни за что не поверю. Здесь тоже какие-то дрова порезанные. Мужик почистил и не продолжает дальше работать в доме у себя. Вот такие вот вяжцы. Здесь тоже почистили. Вот эти два дома закрыли. И нету их. Ой, чуть не споткнулась. Ну, что теперь делать? Вот. Тоже мужички здесь почистили. Вот этот домик. Иду на море посмотреть, что делается на море. Я вам давно не показывала море. Все дом и дом, все кошек и кошек. Смотрите в прошлом видео. Я собрала чуть-чуть дров. Вайс зажгет, наверное, каминчик. И смотрите, какой прилетел сюда ствол. Ствол. Вот. Здесь дорогу надо чистить, не чистят. Абсолютно ничего не чистят. О, новую сетку поставили здесь, видите. Ой, нарядили. Смотрите, огонечки к Новому году. Жизнь продолжается, девочки и мальчики. Жизнь продолжается. Я сожалею всем. Рожа такая красивая сидит. Я приношу всем свои соболезнования нашим крымчанам и всему побережью Черного моря. Калимера. Мазевуме, ты на кану. Мы с дедом поболтали. Весь дом, говорит, у меня был разбит. Говорит, здесь все повыкидывал. Все повыкидывал, все. Все абсолютно. Смотрите, говорит, халя наша. Говорит, халя это наша. Все плохое наше. Вот такие вот дела, девочки, мальчики. Пойдемте посмотрим, что здесь есть. Что здесь есть. Паралия ушла. Видите, вода сегодня ушла. А в прошлый раз я вам показывала, вода здесь была, все подбито было. Все здесь подбито было. Видите? Это, кажется, мой этот самый, от моего цветка. Он говорит, все сюда, говорит, от вашей улицы, все сюда, с речки, все сюда, говорит, приплыло, все сюда пришло, говорит. Дядька говорит, вот так вот. Но она на самом деле отсюда идет. Вот. Вот так вот параллель. Море, говорит, здесь все вычистит, говорит. Ну, говорит, когда это будет? Ребята приезжали, русские, говорит, когда это будет, говорит, будут купаться здесь или нет? Я говорю, не знаю, навряд ли. Нитки чьи-то. Вот такие вот вешечки, девочки, мальчики. Все. Ой. Пойдемте туда на мосточек, посмотрим там, что делается. Вот. Дед расстроенный, говорит, моих детей тоже дом, говорит, тоже весь заваленный. Я детям, говорит, отдал дом. Две машины, трактор. Трактор и два мотоцикла, говорит, все, говорит, унесло, говорит, рекой. Что там меряют? Что-то мужики меряют, не знаю, что меряют. Что-то делать будут, видимо, благоустраивать. Фу, чем здесь воняет? Оп, как здесь воняет? Тухлятиной какой-то, видимо, здесь кто-то похоронен. Фу. О, здесь выровняли трактора. Смотрите, что. Фу.
Вон, да, пеньки. Это пеньки собрали от этих самых, от деревьев. Смотрите, что делается. Ага, ага, там тоже. Смотрите, здесь выровняли, новая паралия будет здесь, девочки и мальчики. Когда шторм начнется, это все дело. Это все дело. Это все дело выровняется. Море само, говорит, выровняет все. Ну ничего. Но будет здесь затапливаться. Дрова все эти уберут, потом почистят. Смотрите, что здесь засыпали. Здесь была же вода, здесь все засыпали. Вон как. Видите? Ножками здесь можно будет ходить. Новая параллель образовалась. Все. Вот здесь купаться все теперь. А здесь была вода. Вот. Видите? Смотрите. Чьи-то машины, профилактера, чьи-то машины, штучка такая. Наша девушка спит. Слушайте, а там что, снег, что ли, на горе? Белое что-то. Ну-ка. На грудях снег, на лбу. И на устах. Уста – это губки, губы. Девушка спит, наша спит. Ладно. Пускай спит. Все, вот такие вот дела. Вот видите, как здесь сделали. Ладно. Ладно, девочки, мальчики, посмотрели. Видимо, вот этот что-то делает. Будут два мужика лазить, что-то там делают. Это лавровый лист. Нет, девочки, это не лавровый лист. Я не знаю, что это такое. Вот такие листочки, вот такие вот, видите. И он вот так цветет. Ну, так вкусно пахнет он, вот этот вот куст. Нет, это не лавровый лист, совершенно нет. Нет. Я не знаю, как он называется, но он очень вкусно пахнет. Цветет, когда. Вот он. Еще вот такой вот. Вот. Ладно. Девчули, пойдемте. Фу, как здесь воняет. Что здесь так воняет, а? Здесь трактора воняет. Ой, смотрите, печка, это печка, печка, наверное. Да, и печка какая-то, типа камина, что ли. Вот, оттуда, оттуда запекается, он оттуда засовывалось, а здесь пеклось, и все разрушилось. И сколько лет-то этой печке? Ого-го, сколько этой печке лет. Кто ее сделает теперь сланово? Вот. Пойдемте дальше. Теперь выглядит наша параллея. Помните, здесь были заборчики? Все красиво было сделано. Такие вот заборчики были. Ой, сейчас все. Жужула. На стеночке. Наш мост-то куда унесло? Я не вижу его. Тут мост, ладно, видим, а этот куда унесло? Его даже не найти, наш мост. Ой, здесь грязь. Я хотела отсюда пройти. И куда пройдешь? Блин, никак не пройдешь здесь. Только если летать. Так. По грязи, Люда, по грязи. Потом. Стеночка. Тут тоже мужик сильно пострадал. Инжир, ты еще до ягодки даешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Вот, там гостиничка наверху. Здесь, да, вот
эта стена выстояла. Здесь же дорога была, спускались. Эту стену построили, это новая стена. Она выстояла, видите, что делается. Браво. В реке ничего не чистят, ничего не убирают. В речке ничего не... Ни даже не этого самого. Никто не чухается, даже государство совершенно. Вот такое говно все оставили. Вот. Что здесь делается? Что-то сгорело, что ли, здесь горело. Все подожгли, видимо, сжигали. Ой-ой-ой. Дрова попилили здесь, видите, все дровянистые. Все пеньки, все торчат, все спилено. Хали это, хали наша. Смотрите, какое все нехорошее. Как говорят, китаты хали мас. Смотрите, все наше некрасивое, нехорошее. Как хотите, так можете перевести. Вот. Иду домой. Вон наш домик. Откуда-то. Откуда, не знаю. Вот. Попинаем в футбол, поиграем. Мячик откуда-то приплыл. Вот. Этот влог закончу. Посмотрели все море, посмотрели нашу реку, которая стала страшной, как дали возможности. Ну ладно. Природа все исправит. Природа испортила, и природа все исправит. Что делать теперь? Вот. Дверь сюда, видите, принесло. Вот она. Ладно. Ладно, девочки, мальчики. Увидимся. Увидимся.